перед Рождеством педагоги Георгия Сачи, Елена Гурова и Анна Шевцова. Хорошо. Thank you.
Джек! Где же? Джек! Ой, ты шапку взял. Где ты был все это время, Джек? Я тебя уже обыскалась. У нас Хэллоуин, у нас ничего не готово. Осталось всего лишь 364, 363. По 363 дня, неважно. Нам же нужно первое, второе, третье. А у нас ничего не готово. Совершенно. Нам нужен Джек, нам нужно что-то новое. Джек, нам нужен план. Слушай, конечно, совершенно так. Ну что? Я совершенно никак. Это же... Точно! Нам нужен план. Быстро зазывай собрание. Прямо здесь собрание. Помнишь, нам снег, город елок и игрушек, земная благодать, где снега этот край, прекрасен сон на рай, вот такой, как весь во сне. Я хочу открыть вам благую весть. Я клянусь черепком, этот город есть. И вот вам шоу! Подождите! Снежок сдаст в бумаге, и сверху вязали гибан. Это вот! Что внутри? Это дрянь, но внутри! Что внутри? Это дальний смысл игры! Это змея! Это змея! Это полного рынка! Голова, что поймала, да? А что я? Какая это голова? Не в этом смысл Рождества! Наконец-то все рады, но не понял никто, какая же отрада этот город Рождество. Не любишь. У меня для вас
Тепло и уютно.
Внимание, внимание! В городе появился самозванец, выдающий себя за Санта-Клауса. Просим быть внимательными, не поддавайтесь на провокации. Полиция ведет поиск преступника. Джек, я же тебя предупреждала! Прикройте это кровопролитие! Постойте!
слушал, она в этом Верденсвиске самая адекватная. А между прочим, мне теперь придется это все разгребать. Ладно. В этом году ты хотел сделать свой этот новый, о господи, Хэллоуин. Да. Лучше, добрее. Ну, хотел. Сделать, да, хотел? Значит, в этом году ты был хорошим мальчиком. Молодец. Хо-хо-хо. Ну, вот, сейчас. Это себе, пыльца. Вкусно. Ну вот, смотри. Thank you.